Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. И сегодня грандиозная распаковка от New Chic. Товары, которые я заказываю уже второй раз. И, конечно же, товары эти я очень-очень вам рекомендую. Сейчас расскажу о паре обуви. Вы видите, вот такие прекрасные тапочки. Вот эти тапочки я заказала по просьбе моей дочери, которой они очень-очень понравились. У меня уже такие тапочки есть в розовом цвете. И чтобы не быть голословной, я показываю, что я сейчас в них. Я уже их ношу год. В общем, они мне очень нравятся. И вот однажды, приехав ко мне в гости, дочь померила мои тапки и сказала, что она очень хочет такие же и себе. И я сказала: хорошо, закажу. И вот они пришли. Тапочки просто прелесть. Вот этот искусственный мех, это вот прям как шиншилла. Вы знаете, я очень рада, что ни одно животное не пострадало, что мы научились все-таки делать вот такую прелесть, прелестную. Тапочки хорошего, очень отличного качества. Это ткань, но она какая-то такая, не знаю, с какой-то пропиткой, что ли. Резиновая подошва. Здесь размер 40-41, но это скорее 41, потому что у нас 40-й размер. И я всегда обувь заказываю на размер больше. Что самое удивительное, эта посылка дошла до меня буквально за 12 дней. Такого еще никогда не было. Что-то невероятное. Я заказала практически перед Новым годом. И вот вчера, ну, в общем, 12 дней я посмотрела по приложению. У меня есть приложение в мобильном телефоне Трек24. Я там отслеживаю посылки. Так вот, за 12 дней дошла вот эта посылочка. Очень рекомендую эти тапочки. В эти тапки, вот знаете, их одеваешь, обуваешь, и никакой носок не нужен. Просто на голое тело. Они вот так вот хорошо облегают по ноге. В общем, очень тепло и комфортно. И хорошего качества. У меня, я говорю, я из них не вылезала целый год. Очень рекомендую. Там, по-моему, есть три расцветки. Вот красные, розовые, по-моему, еще какая-то расцветка, если я не ошибаюсь. А ссылку, конечно же, я все оставлю. Посмотрите. Будут скидки по промокодам. Поэтому вы можете заглянуть в инфобокс. И там есть всегда полезная информация для вас. Экономьте ваши деньги. Вторая пара обуви. Вообще мне нравится обувь из этого магазина. Я, ну, еще не было осечек, может быть, мне везет, но всегда довольны и я, и дети. В общем, заказываю и носим с удовольствием. Вот такие теплые зимние кроссовки заказала для сына. Здесь тоже ткань с пропиткой. На сайте продавец нам говорит, что они не промокают. И это действительно так. Я поливала эти ботинки подставляла под струю воды. И мне было на самом деле интересно. Я не знаю, что, какой здесь секрет. Может быть, какая-то пропитка. Но поверьте мне, они действительно не промокают. И производитель не наврал.
Сыну заказала тоже на размер больше, 43-й, он носит 42-й. Здесь, по-моему, нет размера, не написан. Ну, в общем, это 43-й размер. Тоже очень теплые. Еще если не промокают, вот, может быть, через какое-то время пройдет, ну, как бы свойство этой пропитки, я не знаю. Но вот пока то, что я проводила эксперимент, они действительно не промокают. Вода как будто льется мимо них. Это просто чудо какое-то. Тоже кроссовки недорогие, по-моему, 2 с небольшим тысячи. Если вы еще и скидкой воспользуетесь, то это будет еще дешевле. Вот такая сзади нашивка. Кстати, вот за этот лацкан очень удобно обувать обувь на ногу. То есть держишься за него и очень удобно. В разных цветах. Здесь, по-моему, даже 4 или 5 цветов этих кроссовок. Есть черные, серые. Но это то, что я помню. Еще, по-моему, 3 цвета. В общем, посмотрите. Прорезиненная вот такая подошва. Не знаю, как насчет, будет она скользить по нашим зимним дорогам или нет. В общем, это я потом вам расскажу. Поеду в гости к сыну. Померяет, если удастся снять, как смотрится на ноге, то я вам тогда покажу, как это смотрится на ноге. В общем, эти кроссовки я тоже очень-очень вам рекомендую. И еще один товар, который я вам очень рекомендую, товар, который я заказываю повторно, это вот такая подушка. Была распаковка посылки с этой подушкой перед Новым годом. Я вам уже ее показывала. И когда я попробовала на ней поспать, Лешик сказал, я тоже себе хочу такую же. В чем секрет этой подушки? Я не знаю, мы сейчас откроем, вернее, я знаю, что там за наполнитель, но я не знаю, как это можно было создать и что это такое. В общем, смотрите, фишка. Когда вы кладете голову, вот ваша голова и подушка приняла вашу форму, потом отпускаете руку там или голову, и она принимает ту же самую форму. Такое впечатление, что она как будто запоминает контуры вашего тела, вашей головы, там плеч. И это комфорт. Вы спите как будто в облаке. Я очень рекомендую вам этот товар. Если бы мне не понравилось, я бы никогда бы не заказала вторую подушку. Вот это вторая подушка. Это уже Лешин экземпляр. Мой я уже использую очень интенсивно. То есть после Нового года я ее себе положила под голову и больше с ней не расстаюсь. Значит, здесь очень качественная хлопковая ткань вот с такими лампасами. Здесь есть замочек. Кстати, я только что его рассмотрела. Сейчас покажу, где-то он здесь есть. Вот он сбоку. То есть это можно расстегнуть. И если вы хотите постирать содержимое, то можно вытащить и все это дело постирать. Подушка имеет, их три вида по высоте, то есть низкая, средняя и самая высокая. Вот у меня эта подушка средней высоты, на мой взгляд, самая оптимальная. То есть по вашему желанию, если вы хотите более высокую, можно заказать третий вариант. Если совсем низкую, самая низкая, по-моему, нет в наличии. Остались вот средняя и слишком высокая. Вот это средний вариант. Я просто очень довольна. Вы видите? Вот она. Я и вяжу под спину, ее подкладываю. Она принимает форму моей спины и потом возвращается. Вы видите, какое чудо? Прелесть прелестная. Она не дешевая. По-моему,
то ли 1800, то ли 2000, но это того стоит. Класснючая. Вот здесь замочек. Давайте сейчас попытаемся. Посмотрим, что же там находится внутри. Что там за материал. Смотрите. Я не знаю, что это. Но это я бы назвала облако в подушке. То есть вот это можно достать. И если нужно, постирать. Постирать наволочку эту, ну, вернее, не наволочку, а как это, наперник. И потом застегнуть. Так, вот я уже попала в замок. Сейчас буду вытаскивать и застегивать назад молнию. Итак, дорогие друзья, хочу еще раз представить вам еще одну пару обуви. Вот такие замечательные черные кроссовки женские на лето. Почему одну пару обуви? Потому что вторая пара — розовые кроссовки. Это видео отчет о качестве китайской обуви. Я не ручаюсь за всю китайскую обувь. Я только буду говорить о той обуви, которую я заказывала в этом магазине New Chic и которую я очень интенсивно носила в течение года. Ну, наверное, не года, а сезона, то есть лето и осень. Я про розовые кроссовки. Ну, а сначала давайте поговорим о новом заказе, о вот этой вот паре кроссовок. Это легкость легкая. Я буду заказывать еще эти кроссовки в другом цвете, потому что, ну, мои ноги очень комфортно. Все вы знаете про мою проблемную ногу. Косточка, но в этих кроссовках я ее не ощущаю. Конечно же, потом покажу, как это смотрится на ноге. Ну, а теперь давайте поближе рассмотрим эту пару кроссовок. Хочу обратить внимание на вот эту стельку. Я специально ее вытащила из кроссовка. Посмотрите. Это перфорированная стелька. Что значит перфорированная? Она с дырочками. И это значит, она пропускает воздух. Просто классная задумка. Посмотрите, она еще и не просто плоская. Она по фигуре вашей ноги, по форме вашей ноги. И вот такая перфорация. Мягкая и еще с дырочками. Нога просто пружинит, вот, когда ходим в этих кроссовках. Ну и сами кроссовки просто легкость легкая. Я, по-моему, если вспомню сейчас вес посылки, по-моему, 300 с чем-то грамм весят вот эти две пары кроссовок. На сайте они представлены в разных цветах. Сейчас я здесь приготовила телефон, чтобы показать вам вот такой, такая интерпретация этих кроссовок. Посмотрите на цену. Цена 2205 рублей, но я думаю, что вы можете воспользоваться скидкой. Так что посматривайте в инфобокс, там есть полезные ссылки, экономьте ваши деньги. Я буду заказывать эти кроссовки еще вот в таком сером цвете. Так, как-то у меня здесь что-то как-то не то. Сейчас попробую нажать. Вот такие сиреневые, кто любит сиреневый цвет. Мне нравятся вот эти вот серые. Я обязательно их закажу. Ну, практически белые. В общем, будет. И вот посмотрите, как сгибается подошва. Посмотрите, какой комфорт, когда мы носим эти кроссовки. Вот эта интерпретация, вот черный с таким ярким задником, очень мне нравится. Мне кажется, я бы еще и эту пару заказала. В общем, присмотритесь. Я очень-очень рекомендую вам эти кроссовки. Класс! Это ткань, вот мы видим, и она дышащая, то есть видите, везде перфорация.
Кроссовки размер 41 на мой 40-й. Я всегда заказываю обувь в New Chic на размер больше и всегда подходит. Но те, кто со мной давно на канале, если вы смотрите обзоры из этого магазина, вы знаете, что обувь в этом магазине я заказываю довольно-таки часто, причем и себе, и детям. А вот, чтобы не быть голословной, я показываю вот эту розовую пару. Ну, даже это не кроссовки, я не знаю. Это кроссовки-носки, по-моему, они так и называются. Эти кроссовки я усиленно носила все лето и осень. Если вы видите мои презентации каких-то вязаных вещей, каких-то образов, очень часто вы могли видеть вот эту пару кроссовок. В лес, гулять, на прогулке. В общем, носила всегда. В общем, это лето и осень. Вчера я запихнула, сначала я стирала эти кроссовки вручную щеточкой, а вчера запихнула в машинку. Я боялась, что что-то отклеится. Вот можете посмотреть на качество китайской обуви. Тоже что-то очень дешево эти кроссовки стоят. Кстати, я их тоже заказывала второй раз. Первую пару я заказывала в черном цвете для дочери. Все есть на канале. Единственное, что здесь я поменяла стельку. Стельку покупала в фикс прайсе. Такая она пушистая, мягкая. Ну, можно было, в принципе, и не менять. Ну, так скажем, была дома стелька, и я решила попробовать. В общем, вот смотрите на качество этой обуви. Видно, что она носилась изрядно. Так что, мои хорошие, рекомендую, присмотритесь к обуви в этом интернет-магазине. Напомню, что моя посылка дошла. Это был рекорд всего за 12 дней. И заказ я делала до Нового года. Так что, мои хорошие, я желаю вам всем приятных и хороших покупок. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Сейчас покажу, как эти кроссовки смотрятся на ноге. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова и интернет-магазин New Chic.